Друзья, всем доброго времени суток, рад вас приветствовать у себя на канале. Сегодня мы обсудим проект под названием Trasetta. Они уже запустили продажу токенов еще 26 апреля 2018 года, которая продолжается как бы сейчас. Trasetta революционизирует системы KYC. Данный проект направлен именно на эти проблемы. В данном видеоролике хотелось бы ознакомиться с проблемами, которые существуют, и с решениями, которые предлагает данный стартап. Как бы есть русскоязычный перевод сайта, что хорошо, поэтому мы можем с легкостью ознакомиться с информацией на нем. К сожалению, я не нашел русскоязычный white paper, возможно, в скором времени он появится, но тем не менее мы его также обсудим. Главные проблемы, указанные вот сейчас, вы их видите на экране, ложное предположение, что анонимность исключает необходимость соблюдения правил противодействия отмыванию денег и борьбы с финансовым терроризмом, выделение низкого как бы приоритета из-за восприятия как бы KYC как центра затрат, недостаток бюджетных средств и опытного персонала для создания защищенной ЗСК системы. В общем, это проблемы, разработка, вот чем занимается проект, здесь указана разработка сети, основанная на ЗСК структуре, управляющей реальным требованием, обеспечение постоянного мониторинга для органов контроля и объединение смарт-контрактов для продвижения общих регулирований. Здесь также указано, чем они отличаются от остальных. В общем, это вы ознакомитесь как бы сами. Если вам интересно, я хотел бы вас ознакомить с командой проекта, которую вы сейчас видите на экране. Основатели, в общем, советники, все опытные специалисты в данной сфере. И хотелось бы сделать акцент на партнеров. Их достаточно много, и они достаточно известны, такие как Gibraltar Blockchain Exchange. Я записывал видеоролик по данному проекту, вы можете его найти у меня на канале, по-моему, в феврале месяце я его опубликовал. Очень интересный проект, который имеет свою экосистему, который довольно-таки на высоком уровне как бы на сегодняшний день. Поэтому как бы можно предполагать, что проект Trasetta действительно также имеет перспективы, раз у них есть хорошие партнеры, и наверное, продукт действительно готов, чтобы решить проблемы, которые существуют на сегодняшний день в данной сфере, в сфере KYC. В общем, подтверждение личности – это как бы очень важный момент, отбор политических беженцев, вот санкции и плохих слухов, вот постоянный контроль и мониторинг транзакций. В общем, я думаю, что рабочий процесс как бы у проекта пойдет хорошо, и они уложатся в свои сроки, то есть до 21 мая будет идти продажа токенов. Публичная продажа начинается 8 июня. То есть сейчас идет частная продажа, приват сейл. И как бы во время частной продажи, публичной точнее продажи, будет понятно, как бы какое количество людей уже проинвестировали. В общем, какое сложится мнение вокруг данного проекта. По распределению токенов информацию вы также можете наблюдать сейчас на экране. В общем, здесь все понятно, указана цена за токен, это вот такая вот цена, которую я сейчас выделил в Эзериуме. И как бы хардкап у проекта, я так понимаю, 35 тысяч Эзериума. Это довольно-таки неплохая сумма, минимальный как бы вклад, минимальная сумма 150 Эзериума. Я уверен, что она будет достигнута в кратчайшие сроки. И желаю проекту достичь своего хардкапа. Давайте пролистаем white paper, который вы сейчас видите на экране, он англоязычный, я не буду на нем останавливаться. Кому интересно, тот скачает и ознакомится со всеми деталями самостоятельно. Я лишь называю основные моменты, то есть ознакомительный видеообзор делаю. Я уже как бы назвал ключевые проблемы, которые намеревается решить проект, и в принципе их предназначение. В общем, также есть Bitcoin Talk NN ветка, она будет в описании. Здесь вы можете также ознакомиться с информацией по данному проекту, перейти по ссылкам на социальные сети. В общем, что я вам рекомендую сделать, чтобы быть в курсе всех новостей, всех как бы обновлений. Подписывайтесь на Twitter Trasetta, и как бы каждый день публикуются какие-либо новости. Буквально каждые несколько часов вы можете наблюдать какие-то новости от команды, поэтому всем рекомендую это сделать. Также присоединяйтесь к группе в Telegram, там ведется активное обсуждение, и вы будете в курсе всех новостей. Также вы можете задавать вопросы в Телеграме, ссылочка будет в описании. Вам ответят на все ваши вопросы, так как там идет живое общение. В общем, пока что все. Я думаю, в скором времени, ближе к основной продаже токенов, я запишу еще один видеообзор, возможно, два.
и обсудим более детально техническую документацию и основные моменты данного проекта. Так что всем спасибо за внимание, ставьте лайк, если вам понравился данный видеообзор, подписывайтесь на канал. Всем пока!